Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, появилась такая вот эпическая башня, мощные гибриды, и они здесь действительно мощные, вот у нас, смотрите, какие противники, 18-й Монолметродон, так, и с иммунитетом, и вот этот вот парнишка, яростная замена, конечно, конечно, больно бьются эти ребята. Так, кем пойдем? То есть команду взяла, как видите, вообще абсолютно не сыгранную, не знаю, что здесь да как будет. Ну давайте вот так пойдем. Должны справиться. Правда, он, наверное, своими подменами будет нас задалбывать. В смысле, на драка Рекса туда-сюда, туда-сюда. И так можно и поубивать. Давайте начнем вот с него. Аласинозавр. Так, что там у него? Черт, снижение урона может быть. Ну, во-во-во-во. Ну, мы должны выжить. Да, полторушечка. Ну, теперь я знаю, какой у него урон. И все будет хорошо. Да, если бы кританул, он бы нас уже убил. Да, такая командочка. У нас есть опережающий удар, я его берег. Но не пробили. Иммунитет спас его. А ну, тут еще и крит прилетел. Давайте парамолох возьмем. У него, правда, первый удар ни о чем, но потом есть паралич, если я не ошибаюсь. Щит нам тут не поможет против Монолометродона. Вот так вот. Так, первый бой есть. Сейчас посмотрим, как будет расти уровень противников и сколько их там будет. Наверное, в следующий раз уже будет типа 3.20 или что-то типа того. Так, не, вот такой вот у нас уровень противников. Кстати, у меня тоже что-то подобное есть. Давайте вот так пойдем. Будет у нас такая битва гибридов. У нас тут вообще все гибриды, да, ни одного нормального нет. Так. Вот этот, у него есть мгновенная непобедимость. Лучше так. Но это как бы ни о чем. Он будет очень много терять, если не подменится. И вот так. Чао, какао. Ну его добьет. Так, а мы выживем? Да, выживем. Так. Теперь вот этот парнишка. Крепкий парень. Бронебойный урон. Четверть от максимального запаса здоровья противника. Ну, лучше так. Так больше урона. Так, спинозаврик наш окочурился. Так, давайте еще пару молоха возьмем. У него тут что же, бронебойные удары. Ну, мы должны выжить. О, да. Ну, и пробиваем. Готово. Так, вот такой вот у нас будет следующий бой. Мне хочется взять вот броника взять. Ну, давайте так пойдем пока что. Начнем с броника. Посмотрим, сколько он сможет продержаться. А Трагодистиса я так и не прокачал, да, до 20 уровня. Так, а что это он начал с этого парня?
Сейчас двойной урон, да? Нет, паралич. Но он же без урона. Он же без урона, да. Ну, двойной урон, как бы сквозь нашу броню, такое себе. У нас есть контратака, да? Ну как бы... А, замедлил. Я думал, ему не хватит скорости. Но мы его пробьем хоть на следующий раз. Блин, пол урона. Не пробьем. Ну, вовремя я это сделал. Ну и вот так вот. Снова паралич. Так, ну тогда опережающий щит надо. То он это двойной удар себе разблокировал, да? Вот так вот. Ну а теперь хана ему точно. Ха! Снова он не смог нас ударить. Обидно ему, наверное. Напоминает мне кого-то Дедикуруса. Или Глиптодона. Так, ну вот этот парень, конечно, будет больно биться. Ну, давайте так, по-моему, первый удар у него будет обычный, скорее всего. А, нет, задержки нет, блин, а. Зря, зря. Ну и все, то есть дальше уже надо бежать. А, ну мы даже, наверное, не пережили. Нет, пережили, молодец. Блин, ни у кого ничего такого нет. Блин, давайте еще раз. Парамолоха. Посмотрим, как он будет держаться. Ух ты, ё, это было больно. Наверное, не переживет. Да, хана ему. Давай, Диларанчик. Вот так вот сделай ему, чтобы он успокоился. Вот и все. Он, конечно, сильный демагер, да. А хотя он ни разу не пользовался сменой удара. Ну, подменой. Снижением урона, ё-моё. Так, у нас появился вот этот парень, Гриполит. Блин, он мне как-то жутко не нравится. Угу. Так. Ну, так, давайте уже пойдем. Зауроподиков оставим напоследок, они, ребята, крепкие. Так, у нас тут уже, собственно говоря, 3 на 3, да? Тут можно как бы и проиграть. Что у нас здесь? Ну, давай с тебя начнем. Контратака. Ну. Блин, вот гаденыш. Но мы еще раз ходим. Ё-моё, как так можно было сделать? Почему такой маленький урон был? Я вообще-то 100% был уверен, что мы его пробьем. Какой ужас. Так, у нас вся та же дуэль, да? Ну, подменяться мы не можем на птерозавра нашего. Блин, черт, следующий удар будет вообще чертовски силен.
Надеемся на паралич, иначе нам хана. А, черт. Нет, не пробил. Ха-ха-ха. А я думал, уже хана. Сейчас мы его продамажим. И свалим. Или лучше вот так. Это была контратака. Ха-ха-ха-ха. У него же нету, да? Ну, надеюсь, если бы мы подменились... Да, неважно, на кого мы не подменимся. Либо щит будет, либо пробивание щитов. А, контратаку же мы получим. Блин, я что-то забыл про это. А, это еще тварь быстрее нас. И что это ему дало? Ну, вообще непонятно, что это ему дало. Ну, на тебе паралич опережающий. На тебе сквозь щит. Это слабый удар, но хоть и кританул, конечно. А, вот и все, пробили. Ху, это было уже так немножко стрёмно. Так, ребятки, последний бой. И вот такие вот у нас тут противнички есть. Ну, давайте попробуем. Блин, у него есть замена с кровотечением. Черт, тебе как-то надо было почаще ее использовать. Так, ну давайте начнем с этих парней. Блин, чертовски больно он бьет, но мы его прикольно так заразили. Давайте сейчас, наверное, мы подменимся. Блин, у него, правда, такие классные удары. Ладно, а мы его пробьем. Хотя контратаку он нам сделает. Но там отложенный урон должен сработать. Ну такой, размен один на один. Ну давай хищного возьмем. Так, а что он сможет сделать? Блин, а против этого парня. Очень больно его ударить. Вот что он может сделать. У него удар сильнее, чем у этого. А, ну тут все. Косарь, удар. Еще щит можно поставить. Удар у него адский. Так, а ну-ка. Получи гранату. Вот так. Так, что там я еще могу сделать? Блин, а. И у него сквозь щиты все пробивается. Но ничего, мне кажется, мы сейчас этот удар переживем и следующим его неплохо так продамажим. Блин, а он отвлечение сделал. Давай, на Ардентис Максима. Блин, он почти пробил. Ах ты ж гад! Тененторекс. Обидно?
Афина, что я сделал? Верните обратно. Я не хотел. Так, ну у нас должен быть дубль. Переигрыш. Переиграть мы должны. Да, у нас две попытки. Так, ну, пойдем практически так же, только я взял уже нашу страховку. Трики. Потому что Тенент, ну, просто дичь какую-то творит. Так, попробуем отыграть тоже. Ну, контратака тоже не кислая. Блин, ну это вот... Прям даже не знаешь, вот что делать. Пробивать сквозь щит, но он сейчас нас и добивает. Ну, блин, туда не получается. Сильная контратака у него. Но в прошлый раз у меня получилось лучше, да? Я его вместе с собой забрал. А здесь он на тоненького, но остался. Так, Ардентис. Простейший удар. У нас иммунитет. Это хорошо. Ну давай, давай, давай. О, Тенент появился. Обязательно замедлить. Но это нам не помешает. Но мы следующий удар не, тупо не выдержим. Так. Не, давайте все-таки вот так. Не знаю, но тут даже как бы трики, я бы не сказал, что он как бы сильно в фаворите. Сейчас посмотрим. Так, хана нам походу. А, нет, мой ход был. Фу, я думал, у него сейчас будет один ход. Так, ну с этим вообще тут один укус и хана. Ну Тенент просто злой. Получаем нашу награду, ребятки. 15 косарей. Стигичи, Нодики, Амаргичи, Рекс. И Анкелос. Ну, а на этом, ребятки, все. Всем пока.